В Одессе стартовал художественный проект под названием «Моя подивагідна країна», на котором будут представлены и скульптура, и фотоискусство, и литература, и театр. Цель проекта – популяризация национальной культуры Украины и создание позитивного имиджа нашей страны в мире. В рамках этого мероприятия в Музее западного и восточного искусства открылась необычная выставка уникальных булав. Люди, которые творят эпоху. Так называется выставка уникальных булав, открывшаяся в Музее западного и восточного искусства. Как известно, булава – оружие украинских казаков, однако благодаря умению художника разглядеть в обычных вещах необычную историю, они превратились в весьма необычное произведение искусства, причем очень даже современного. Это таки вышел современный твір мистецтва. Я вважаю, что это современное мистецтво, яке передає силу і традиції українського народу, і ми дуже пишаємося цим, тому що це є дійсно приклад об'єднання і традицій, і сучасності, і саме головне, це є дуже позитивні речі. Знакомьтесь, грузинский драматург Рагули Власидзе. Он же является и автором 24 эксклюзивных футбольных булав. Ничего странного, просто Рагули очень любит украинскую культуру и футбол. Собственно, именно футбол, вернее, чемпионат по футболу Евро-2012 вдохновили мастера на создание уникальных экспонатов. Каждая булава – посвящение Валерию Лобановскому, Андрею Шевченко, Олегу Блохину. Мы хотели поддержать как-то сборную Украины в футбол, потому что футбол всех объединяет. Когда идет футбольный матч, играет сборная Украины, и когда мяч забивает наши, вся Украина одним секундом все вспыхивается в радости. Что касается материала, из которого создана эта удивительная коллекция, то в первую очередь это, конечно, глина. Как уверяет мастер, материал тонко чувствующий не только автора, но и окружающий мир. Кстати, несмотря на то, что булавы посвящались многим известным украинским деятелям, среди них нет ни одного политика. Она такая странная, вообще, сам керамика, глина, очень странная. Если человек не заслуживает, как и добро, она из печки не выходит, она трескается. А вот если хочется так кому-то что-то просто так посвятить, я старался политикам, но они трескаются и не выходят. Одесситы и сами способны попробовать себя в этом необычном искусстве. Все посетители выставки могут принять участие в лепке 25-го экспоната уникальной коллекции Рагули Власидзе и, по крайней мере, на один день попасть в число людей, творящих эпоху.